российско-китайский автопром. Да, страна должна знать своих героев. Под ноготь затащил. Все. Я боюсь, что раздавим, да? Спасибо, пап. Супер большой усилий. Всем привет, отправляемся сегодня с вами с Линдой на 3 концерта: Подольск, Пермь и Екатеринбург. Погнали! По-братски встречаю Пашку. Ништяк, нормальная сцена, нам подходит. Все готово. Супер большой усилий. Я сегодня выгулял свой новый усилитель. Вот, вот эта маленькая коробочка разогнала вот этот вот кабинет. Ништяк. Во время проведения концерта отключить мобильные телефоны. Thank you.
Подольск, спасибо. Концерт окончен. Ой, надо собирать вещи. Ох. Ну что, с премьерой вот этого маленького малыша раскачал 8 по 10. Просто охренеть, смотрите, сколько гейна я использовал. То есть даже не половина, но громкость чуть больше половины. Так что будем брать его тоже на концерте. Предвижу вопросы в комментариях. Вот эта вот малышка рабочая для концертов стоит 20 тысяч рублей на сайте Мир Музыки. Все. В комментариях не пишите. Все, собрались. А, блин, выход. Как будто и не было концерта. Сейчас стартуем домой. Ух ты, вот это метель. Да, прогноз погоды не ошибся. Метель что надо. Стартуем. Жесть, короче. Даже сумку нельзя повезти. Вот она просто не едет поэтому. Охренеть, навалило снега. Передохнули и теперь едем с утреца, сейчас 6 утра, в аэропорт в Пермь. Там говорят минус 15. Ай-яй-яй-яй-яй. С этими снегопадами ехал очень долго в аэропорт, теперь надо поспешить. Еще даже не рассвело, а мы уже летим. И опять серые коридоры. Первый, здравствуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух, как снежно в Перми. Проверим. А где номер? Ванна, ванна. Пашка, ты счастлив? У тебя сегодня будет ванна. Алиса, кофемашина. Да ну нахрен. Алиса, расскажи анекдот. Привет, это Алиса. Я живу внутри умной колонки и буду вашим виртуальным консьержем в отеле «Холидей Пермь». Погнали обедать. Российско-китайский автопром. Так, заходим в клуб и сразу сцена. Так, ну в этом клубе мы впервые, что очень радует. Надеюсь, это будет хорошая традиция, ежегодная. Этот просторный клуб «Свобода». Ништяк. Так, и нейры. Так, перчаточки, чтобы грязные вот эти местные провода не трогать. Достаем блок питания, проводок и педалборд. И все. Адамчик в работе. Вот так отображается режим тюнера. Тюнер включается вот этими двумя кнопками. Если у вас мигает вот так вот все, это означает, режим Stage включен, и вы не можете поменять настройки. Ничего не работает. Чтобы его отключить, нужно зажать эти кнопки. Теперь у нас ничего не мигает, и можно поменять настройки. Но также нажатием одной кнопки вернуть все как было. Потом сделать режим Stage и больше ничего не ломать. А педаль выключается вот этими двумя кнопками, оп, и все. Но чтобы включить ее, достаточно нажать только одну, любую. И также с тюнером. Если мы нажимаем две и включается тюнер, то чтобы его отключить, мы можем нажать любую и включится последний пресет, который был. Сейчас буду менять струнки. Ага.
готово. Я у вас прибыл. И я готов. Спасибо, парни. Да, пожалуйста, приезжайте еще. Все, сейчас будем отдыхать. Такс. Наш ужин с Пашкой. Вот мои пельмени из щуки, его бургер. Общий наполеончик и салатик. Пора собирать вещи на поезд. Карета наша. Прощай, холидэй. Holiday Inn.
Екатеринбург. Здравствуй. Парк Ин ушел из России, теперь это космос. Такие дела. Только обновленная гостишка Космос. Ну, в принципе, космос. У Пашки появились планы на вечер. Павел, да вам теперь все по райдеру, пожалуйста, ванна. Опа-на! И мы уже в свободе, только в Екатеринбурге. Пашка, ну-ка помаши. Вот, на всю страну. Я ему говорю, что ты за человек, а он не верит. Ну, смотрите, взрослый хулиган. Кайфовая свобода. Так, теперь надо здесь навести порядок, как обычно. Давайте. Три проводочка и питание. Радиосистема, аудиотехника, System 10. Это модель Stomp. Такая вот она металлическая. Здесь есть два канала. Сейчас у меня канал А. Вот так я переключаюсь на канал Б, а канал А замьючен. Это нужно, если у меня два педалборда. Один для акустического баса настроен, другой для электрического. Вот. И здесь есть переключение, которое я могу включить, и у меня будут всегда работать оба канала, а так отключать только один А. А на второй канал поставить тюнер, самый дешевый, вот сюда вот, и он будет показывать всегда, что я играю. Но мьютиться будет дальше. Но мне это не надо, поэтому я просто перекидываю каналы. Ништяк. Я боюсь, что раздавим. Дайте я заберу сейчас ноутбук. Давайте мы просто его на бумажку на какую-нибудь и все. Да можно его за паутинку взять. Возьми за паутинку и вытащи туда. Да, и он сейчас по паутинке. Да, по паутинке вверх сразу. Ну. Прикольно. Куда? Thank you.
залетел во влог. Все. То, что ты живая, все, залетаешь ко мне в блог, это Юлиана, организатор наших этих двух концертов, Пермь и Екатеринбург. Спасибо тебе большое, будем работать дальше, и удачки. Страна должна знать своих героев. Ну вот и все, пустой клуб, и едем в отель. Мы, говорят, люди делают. Вот это сервис, пришли, а уже... А это не убрали, а кстати. Убрать его, а вот вы могли убрать. Итак, ужин рок-музыканта. Борщ, сметана и грязь. Блин, короче, это жесть. Ночью рукой так вот за подушку полез. Не знаю, что-то полез. И вот такая вот занозище торчала из стены. И она на... примерно 5 миллиметров вошла мне под ноготь. Сука. Я, конечно, проснулся сразу же. Смотрю, у меня пальцы так и дрянь торчит. Я вытащил. Короче, ночка удалась. Такую хрень себе. Под ноготь затащил. Ну вот нас привез наш чудо-автобус в аэропорт. Наш рейс задерживают, потому что в Москве изволит идти снег. Вот сидим с Пашкой, выбираем, что будем кушать. Ой, кисать. На ход ноги так называется. Наша птичка. У нас небольшая задержка, здесь солнце такое. А в Москве сейчас адская метель. Надеюсь, что мы нормально сядем. Блин, так светло, солнышко, ну прям кайф. Па-па-па-па-па. Да, в Москве так не будет. Сейчас там. Будешь работать сегодня? Дела делать? Да вот думаю, хотел, но что-то... Перехотел? Куда, когда уже ближе вот, к делам. Когда не хочется. Кстати, нам повезло, снегопад закончился, и мы сели, в принципе, нормально. Так что ништяк. Ну вот и все, закончилась поездка. Сейчас подъезжает мое таксо. Всем спасибо, кто досмотрел, и до новых встреч. Пока!